Ну что ж, всем привет, с вами Винт, и мы продолжаем проходить Empire of Sin. В прошлой серии мы захватили здесь убежище. Это было в прошлой серии, да? Надеюсь, но это не точно. Короче говоря, моя дальнейшая цель будет, скорее всего, развиваться в дорогом районе. И в данном случае это будет, наверное, тот самый район, в котором мы сейчас и находимся. Хотя, с другой стороны, можно было бы что-нибудь и поумнее придумать. Но я точно не знаю, что. Ладно. В любом случае, мы сейчас попробуем сделать что? Я бы сейчас хотел найти ящики. Ящики, ящики, полутать немножко ящиков. Только их почему-то вообще нигде нету. Есть только вот бандюки, и с ними как бы, ну, каши не сваришь. И фиг знает даже, что делать. Это кто такие? Это наши охранники. У нас 33 тысячи, если что. По-прежнему есть. Так. Предлагает переговоры. Так, думаю, вы должны разорвать деловые соглашения с фракцией предсказателей. Счастливая телега. Место, где я веду переговоры. Давайте встретимся там. Все обсудим. Предсказатели. Знать бы еще, кто это такие. А это что такое? А, запрос переговора. Так, мне это не интересно. И, видимо, это будет следующий наш враг. Банда Салтиса. Так, прежде чем идти туда, у нас что здесь есть? У нас есть убежище, у нас есть казино, у нас есть бордель, у нас есть... Что это такое? Почему мне не говорят, что это такое? Ладно. Запомнили? Здесь что? А, здесь все-таки ящик есть. Давайте тогда зайдем сюда. Подождите, ребят, подождите. Я сейчас забегу к вам и начнем. Who there? It's me. Need something? Так, 500 баксов. What? Какая-то дань к нам приходит. Я не пойму, что за дань-то к нам приходит. Ладно. Попробуйте, я посмотрю. И стоп. К сожалению, только двоих. Ну ладно. И то хорошо. Так, у тебя пулеметная очередь. Так, двое. Будет ходить дальше это. Давай казнь. Для поднятия, так сказать, морального духа. Perfect. Как ей нравится, да? Дальше ходит этот. Нет, не ходит. Дальше ходим мы. Ну, подходи в упор. У тебя бонус на грани, если что. У него вероятность 54%. И крит 81%. Надо срочно менять на пушку. Это несерьезно вообще. Минус 3, минус 3. Зато бандиты $200 нам притащили. Здесь, к сожалению, ничего особенного. Ага, быстрого сохранения нема. Ну ладно, тогда действуем так. По стариночке. $47. Так.
Так, критическая травма, больше не беспокоит его. Он уже ожидает вас в убежище. Хорошо. Я, правда, не посмотрел, в каком именно убежище, но я думаю, это не критично. Принять. Жалко, что он сразу добраться не может. Добил. А он добил. Так, начинаем. Значит, ты идешь у нас сюда и стреляешь. Кто вот этот? Ага, он там. Ладно, ты стреляешь, значит, в этого. Стреляешь. 33, хорошо. Дальше, ты встаешь сюда и встаешь в наблюдение. Да, именно так. Он двигается, естественно. Ой, молодец какая. Так, дальше. Наша задача. У нас есть способность беги и стреляй. Огонь на подавление. Ага, она видит только того. Нет, меня это не интересует. Хотя дальше он как раз и ходит. Давайте сходим сюда. Она на грани, она под защитой. Выстрел 53%. Эх, блин. Один хп оставил ему. Это он паникует, что ли? Ближний бой. Сейчас нашему Дэниелу не поздоровится. На 13. Аж на 13. Нормально просели. Но ничего страшного. Ох ты. А китаёзу ты нашу не трожь. Так, дальше. Дальше надо разбираться с ближним боем. 94%. Давай. Да блин, да что ж такое-то? Один хп оставил. Давай, вставай сюда. Промах и промах. Почувствую, чувак. Атака по-нашему. Больше не будет, странно. Блин, как у вас много-то, а? Прям жесть, как много. Так, теперь атакует Дэниел. Ты у нас можешь атаковать двоих. Давай двоих. Ты. У тебя просто очереди нет в ту сторону, да? У тебя есть только наблюдение. Наблюдение, перезарядка, 5 патронов, граната. Не, гранат я пользоваться не хочу сейчас. Я хочу, чтобы туда была очередь прям по всем, но, видимо, не судьба. Так что давай так. О, какая молодец. Так, дальше. Атаковать можешь кого-нибудь? А приблизиться? 71. Так, стоп. Отсюда у тебя сколько? 53. Отсюда 68. Давай, иди сюда. Давай, 68. Эх ты, промахнулась. Ну ты мать даешь. Этому оставили один хп. Так, тут продвигаться некуда. Окей. Ну что поделать? Придется пока что так. Атакуешь, красавчик. А ты. С тобой будем, наверное, или не будем? Будем или не будем? Будем или не будем рисковать? Ну, давай... А! Чё я? Давай двигай вот сюда просто. Просто-таки надо, просто-таки. И
наблюдение. Этот будет бежать, искать возможность стрелять. Этот атакует. Кара нанес 13. Этот получает торец. Отлично. Так, тут у нас закончился ход. Здесь он продвигается вперед. Стреляем один раз. Бам. Ибо нефиг. Ты можешь казнь сделать? Right. Давай. Тут, мне кажется, она у меня слишком много казнит. В каждой битве хоть одного да зарежет. Сколько? 71%? А, да не, этого... Это вот и так казни, что ли. Как только. Ну да, right. Вставай здесь. Чё уж теперь. Now you're gonna pay. Какая ты жестокая. А в платье девушка всё-таки. Molto bene. Вообще, люди как будто со светского раута пришли. Мы такие в костюмчике, с цилиндром на голове. Девушка с шарфиком. Красный. И тут приходим мы. Gotcha. Точнее, приходим-то мы, а они в каком-то... Ну ладно, не важно. Что ж вы никого добить-то не можете? Ну, а тебе... Ну просто беги. Of course. Беги, не думай. Move it. I like you, move it, move it. I like you. Move it. 86% добили. Дальше, вставай в наблюдение. Ты вставай в наблюдение. Ты вставай в наблюдение, хотя твоего наблюдения вообще толку не может. Наконец-то он двигается. И ушел в туалет. Ничего толком не забрали. $1500. Это такое себе. Захват здания. Пам-пам-пам-пам-пам. Пивоварня, подпольный бар. Давайте подпольный бар сделаем. Не так уж и дорого. Переулок подходит. Ух ты, дурная слава 310, бонус дурной славе босса, убеждение 9, меткость 10, ближний бой 25, максимальное здоровье 30, лидерство 24, давление 14. Так, а теперь стоп. Прежде чем забегать в здание, я хотел бы посмотреть, что у нас. Ага, она у нас подручная. Чтобы назначить подручного, нужно иметь убежище в районе. В момент повышения подручный получает 80 единиц влияния. Так, я хотел по поводу советника. Что там с советником? Еще раз. Это мост между боссом и его людьми. Советник увеличивает лояльность членов вашей банды, соответственно, своему навыку убеждения. Так, мне, значит, да, нужен навык убеждения. Убеждение максимальное у нее. Hello. 48. Но также у меня есть она, убеждение 40. Собственно, ее можно и сделать с нашим советником. Собственно, мы и подходим друг к другу. Я имею в виду в бане. Так. Ты. Должность назначить советником. Лояльность ваших дам. Принять. Так. Теперь.
все. Она у нас в советниках. Правая рука. Чем выше показатель лидерства правой руки, чем выше показатель лидерства. 58, 55, 58, 55. Давайте смотреть дальше тогда. 64, 77, 51, блин, я думаю, что 81, 106, 94, 106, так же, как и у нее, 99, так, стоп, нет, у нее 81, вот у этой 106. 88, 87, 67, 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
12. Ты кто? Ты аферист. Но лидерство зато у тебя довольно-таки высокое. Давайте его наймем. Нанять. Так, убираем паузу, ждем старичка. Долгожданное повышение, отлично. То есть мы наняли. Теряю терпение, встретитесь с ним. Сначала мне нужно... Так, там что? Я на паузу поставил, да? Что там, надо было поговорить, что ли? Я не поговорил. Ну и ладно, ну и чё ты? Так, ты бежишь там? Так, и давайте, наверное, так, еще раз пауза. Ему надо, наверное, все-таки что-то дать в руки, потому что не будет же он простым пистолетом. Хотя, почему нет? Дайте ему какой-нибудь вот такой пистолет. Пистолет, дробовик, снайперская винтовка, он авантюрист. Один, один. Снайперская винтовка? Нет, ему не нужна снайперская винтовка. Хотя, с другой стороны, он бы был далеко. Не, пускай так остается. Пистолетиком. Так, а остальные? Покажите мне, пожалуйста, остальных. Этот, ладно, этот с пулеметом. С винтовкой. У нас винтовки, по ходу дела, нет другой, да? Ладно. Так, ты у нас с пулеметом. Тебе ничего не надо. Ты с дробовиком. Ты с дробовиком. Очень, конечно, странный выбор. Но какой есть. В ближнем бою у нас никого нет. Так, а какие у тебя навыки? Так. Сделайте предупредительный выстрел в сторону. Это понятно. Наносит критический урон цели в ближнем бою. В рукопашном бою с помощью запасного оружия. Если цель погибнет, пара выстрелов мгновенно перезарядится. Бою. У него всего 90% жизней. Да, пускай так лучше будет. Good show, my friends. Ну что, все. Теперь давай атакуем. Нас теперь шестеро. Интересно, хорошо, что я так много набрал. Рома! Рома! Ой-ой-ой-ой-ой! Ребята, аккуратнее, что ж вы как нехорошо делаете? Троих! Давай! Отлично! Так, а теперь разбираемся,
кто у нас где. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выходи сюда. О, Персифаль. Какое классное имя. Первому игроку приготовиться. Попадание 22. Так, тебе на блин, у тебя плохая позиция. Тебе встать, я не знаю даже куда. Здесь это будет стрелять, по-моему. Так, а кто дальше ходит? Ты. Ну, давай рискнем. Вставай сюда. И вставай в наблюдение. Сюда. Ты попробуй двинуться куда-нибудь не туда. Молодец. Так, ты. У тебя, мать. Так, ты, если что, снесешь ему голову, да? Сходи, пожалуйста, вот сюда, подальше вот от этого. И огонь. Эх, блин, 50, не 60. Ближний бой. Проходит, бьет нашего Кара. На 7. Так, да, тот походил, поэтому смотрим этого. Отлично. Так. Да, дальше будут стараться проникнуть сюда, поэтому давай ты с дробовиком, если что, под наблюдением смотрим. Это открывать не может. Вот это, скорее всего, будет. Так подста. А! Лечится! Вот толп, идиот. Опа! Ой, умничка. Еще один бандит заходит. Стрелять будешь? Это твоя фатальная ошибка. Раз. Два. Ты, пожалуйста. Казни. Да, любого. Do you know who I am? Do you know who I am? Первый раз пришел в банду, уже что-то из себя хочет представлять. Ладно, не важно. Так, ты, вставай в наблюдение вот за этим. Ты можешь как-нибудь по-другому? Нет, не можешь. А если... Так. Ну, давай рискнем. Эх. Сорок. Давай, вставай вот сюда. И атакуй. 100%. 57. Красотка. Так, дальше ты. Давай сюда. На грани. Давай, на грани. 38. Крит. Красавчик. Так. И ты, соответственно, в наблюдение. Нет, ну наблюдение не так. Тебе надо встать вот сюда. Этот по-любому побежит сюда. Наблюдение. Вот так вот. Кровотечение. Уже хорошо. Он еще и не добежал никуда. Так, а поэтому стрельнуть не хочешь? Я, конечно, бы убил, но... Так, бонус на грани снимаем со всех. Бэм. 90%. Карманная кража. Красота. Забрать, захват. У нас денег мало, поэтому
Бордель. Да, принять. Синее перо. Почему синее? Тайны. Вот тайное желание, да, подходит. Так, ну и собственно, выходим. У нас получается минус $600. Ну и нам как бы ничего больше не остается, кроме как просто ходить и грабить. Так, стоп, пауза. Нас тут какой-то человечек ждет. Давайте тогда уж на такси приедем, так и быть. Шестером. Кстати, что меня немножко поражает в игре, точнее не в игре, а в механике. Так. Этого я не вижу ящика. То, что в нашей самой первой локации мы могли назначить только нашего главного персонажа, остальных не могли. Меня это немножко печалит. Так, этого должность. Правая рука. Блин. Надо 500 славы. А там, когда будет 500, я там уже дотерплю до того, чтобы у меня было... Ну ладно. Не хочешь сейчас, как хочешь. Назначь переговоры. Так, стоп. Паузу снимаем. Цель ликвидация. Вот это отряд, я понимаю. Шулеры. Давай переговорим. О, хорошо. Я к тебе приду в скором времени. Интересно, а за кем они идут? Причем здесь охранники всех мастей. Шулеры. А, да, принять. Hello there, Mr. Jackson. Приветствую, мистер Джексон. Хорошо, что ты все же хочешь составить мне компанию. Не желаешь выпить? Спасибо, но я воздержусь. Предпочитаю обсуждать дела на трезвую голову. Мне рассказывали о твоем умишке. Об уме. Как бы там ни было, забот у тебя полон рот. Похоронное бюро, казино, я не упускаю никаких благородных занятий. Испытываете трудности с грамотностью речи? Так, благодарю за интерес, но предпочту не распространяться. А что насчет тебя? Ты все еще водишься с Джоном Оберта? Are you still close with John Oberta? Being bad, of course. Ступицей? Конечно, он снова баллотируется на пост главы комитета, невзирая на мои напоминания о том, чем это все закончилось в прошлый раз. Но ты же знаешь ступицу. Кстати, как там поживает Билл Томпсон? Билл, у него все хорошо, вновь взялся за старое, не покладая рук, трудится на благо Чикаго. Что ты уважаешь его куда больше, чем следовало. Я так и его сдал. Давеча. Скажу я тебе, настоящая находка для этого города. Выдающийся человек Чикаго процветает только благодаря ему. А ты как считаешь? Я того же мнения, у него большие планы на этот город, и результат мы скоро увидим. Но это не точно. С нетерпением жду этого, а тем временем не заключить ли нам деловое соглашение? Да, вполне возможно. I'm a damn good barman. Я чертовски хороший бармен. Уж поверь мне на слово. Я умею управлять барами и могу вам помочь, разыскав новые недорогие украшения для ваших заведений.
Что взамен? Ты тот, кто умеет извлекать прибыль из казино. Я прошу тебя помочь мне извлечь дополнительную выгоду из моих. Договорились? По рукам. Вот и славно. Не зря у меня было предчувствие, что тебе можно доверять. Итак, ты и я вместе, мы стряхнем этот город. До скорой встречи, Дэниел. Я не сомневаюсь, что мы с тобой сработаемся, Джозеф. Доход борделя плюс 2, стоимость улучшения обстановки бара минус 2%. С шулерами улучшилось, еще с кем-то улучшилось, еще что-то улучшилось. Наблюдение тут происходит. Здесь... Надо посмотреть. Ящик есть? Ящика нет. Это печально. Здесь? Или это я то же самое смотрю? Он то же самое. Или нет? В любом случае, и там я ящика не вижу. Давай. Дальше уходим. Нигде ящика не вижу. Что ж такое? Ладно, что нам делать тогда сейчас? Можно вернуться в луп. Можно продолжить атаковать салт. Давайте отправимся сюда. И будем, наверное... Просто грабить здания вот эти. Потому что больше как бы... А, почему? Блин, я такой думаю. Доход. Где искать доход? А у меня же есть такие вещи, как фракции. $1000, 2000. Тысяча. Блин, все они какие-то бедные. Враг. Надо запомнить. У меня нейтралитет вообще со всеми. Так, ну что ж, давай тогда обменяться. Твои. $2000. Я сказал, $2000. Допустим, я тебе отдам лом. А, потому что он стоит 5. Тогда ты мне винтовка. Слушай, а мне винтовка нужна. Мне винтовка ой-ой-ой как нужна. Так, ну ладно, давай тогда посмотрим. А, что? Угу. Лом на винтовку менять, значит, не хочешь. А, давай я тебе предложу... какое-нибудь барахло, типа так пойдет? Нет, не пойдет. Так пойдет? Почти. Так, все, подтвердить. Отлично. Теперь идем в наш. Здравствуй, винтовка, и добро пожаловать. Вот тебе новая винтовочка. Пуль тебе какие? Такие же оставить? Вот, на тебе такие. Сохрани еще. Побольше критов, чтоб выдавал. Так, ну и собственно все. Если у них денег нет, значит, продолжаем развивать свой бизнес. Братья Харт. Видимо, это тоже фракция, которая такая мелкая. Мелкая сошка. Отлично.
Да-да, вставай сюда, что делать? Кого хочешь стрельнуть? Ну, стреляй в этого. Так, ты, к сожалению, ты не станешь моей правой рукой. Of course. Но посмотрим, что из тебя выйдет дальше. А ты можешь стрельнуть вот в этого? 65%. Красавчик. Карманная кража еще сработала. У тебя. Ты вставай в наблюдение вот сюда. Чтобы никуда не ходило далеко. Атака. По Винченцо. Ты вставай сюда. I'm on it. На этого уже не надо обращать внимание. Но вдруг оттуда кто-нибудь придет. I got that. Давай, давай. Атака 58%. Давай. Промах. Ну ладно, было. Damn it. Moving in. И что ты собираешься делать? О, ближний бой, молодец. Красавчик. Так, и теперь ты. Entendido. Вставай в наблюдение сюда. О, какая красотка. Бам. Ну это ты зря. О, красавчик. Мимо, мимо. О, попал все-таки. Смотри, попал. Какой нехороший человек. Так. Давай атакуй ближних. 33 и еще на 20. 33, красавчик. Так, ты, отец. Я тебя буду звать отец. Блин, а ты же его не видишь. У него 70, а у тебя урон какой-то фиговый, прям 14-26. На, ты еще и помахнул. Так, у тебя наблюдение сюда. Кто рыпнется? Ой, отец, ой, отец. Половину жизни. А, он... Это... Ё-моё. Грация, как же так? Так, ты, давай Gotcha. Сюда. И атакуй. Нифига себе, ты нашел цель. Ну, ладно. 33, маловато, конечно. Так, этот уже ходил. У тебя наблюдение какое? Маленькое. Вставай сюда. И вставай в наблюдение вот за этим нехорошим человеком. А этот атакует прямо оттуда, собака. I'm on it. Садись сюда. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошо. Эх ты, у тебя наблюдение не сработало, потому что он не вылазил, да? Ну ладно. А что, собственно говоря, делать? Ах ты!
Давай, вставай сюда. Ближе, ближе, ближе. Давай в наблюдение. Дэниел, ты так не возьмешь. 94, давай. Показываю мастер-класс, как из ружья стрелять. Так, ты, соответственно, тоже. Эх, и попал ведь. Ой, умничка. Всё, застрелишь? Промах. Дэниел, ты что там? А ты не можешь. Все, перезаряжайся. Нифига себе, дострелил. Забрать, добыть. Ограбить и принять. 600 бачей, ну такое прям. 600 бачей за такое здание. Здание-то все-таки крупное. Я бы еще понял, если бы за какое-то такое мелкое. Принять. Нормально ты его. Так сразу. Один. Только один. Ладно. Тогда мы встаем. Защиту. И стреляем. Ну давай в это. Ты стреляешь этого. Да ладно. Ну 80%. Карманный краж. Красавчик. Так, ты. Давай, вставай. I'm going. Все-таки защитить тебя немножко надо. И давай вот сюда. Этих двоих фильтруй. Ты. Ты. Конечно, защиты не будет, а так ты стрелять можешь, да? Окей. Ну раз можешь, тогда вставай сюда. 41 из 72, тебя лечить надо. 99%. О, красавчик какой. Так, ты. Прячься. Стреляй. О, красавчик. Так, а ты? Ну а ты вставай сюда, я не знаю. Что тебе еще остается делать? Наблюдение хочешь поставить. Мало ли, чувак, двинется. Забрать, ограбить. И еще синяя дубинка. Вообще офигеть. Лидерство 350. Сейчас еще чуть-чуть, и у нас вообще вот лидерство просто улетит в небывалые высоты. А тем временем... А, у нас войны никакой нет. Можно, наверное, поразвивать что-то. Так, извиняюсь, не сюда, не сюда. Не интересует. Так, здесь все хорошо. А район. Упадок.
Можно там что-нибудь сделать, а? А то я прям не знаю, что делать. Хранилище, хранилище, убежище. Так, как перейти в свои владения? Казино, вот какого хера? А, оно долго улучшается. Ну, 9 дней ты уж потерпишь. Убежище. Тоже 9 дней. Подпольный бар. Казино. Бордель. Вот, начинаю. Ой-ой-ой-ой-ой, какой он дорогой там. Так, отражения нет. Обстановка улучшить. Молва. Не можем улучшить. Как же все тяжело-то. В смысле, дорого. Так, давайте еще раз посмотрим. С фракциями. $2000. О, 3 есть. Обмен. Давай, твои. 3000 бачей. А я тебе. Топорик. А ты мне. -29. Выпивки мне от тебя вообще не надо. Патроны есть? Нет. Оружие есть. Только этот синий пистолет. 60. Так. Ну ладно. Пистолет тоже не хочешь, давай, да? 21. Давай тогда пистолет. Я тебе. Вот такой пистолет. Вот и отлично. You're pushing it. Хорошо. Оставили тебе $1. О, во, у тебя 4. Давай обменяем. Твои 4 косаря. А я тебе. Дробовик. Ну ладно, давай скинем цену на 200 бачей. Ладно, давай еще на 200. На 100. Согласен, продано. 1000, 1400 обменять твою полторашку на мою пистолет. Тогда от тебя еще что-нибудь. У тебя есть снайперская винтовка, она уникальная. У тебя есть ближний бой на 12000. У тебя есть гранат. Давай гранат. Так. Нет. Вот так. Все, продано. Так. 12 косарей мы имеем. Дальше. У вас денег нет. Так есть вы себе. 2000. Давай 2000. Обменять. Твои 2000. Допустим. На винтовку. И ты сразу такая согласная. Почему я не удивлен? Давай так. If I gotta. Так, 14 царей есть. Теперь, как по-быстрому перейти в свои. Ой, а тут есть черный рынок.
Легендарно. 15.29. Поступит новый товар через 81 день. Ну вы вообще, ребят, неинтересные. Так, мне что нужно? Мне нужно мое казино. Казино нет. Бордель. Вот. Улучшить. И 600. Нема. Ладно. Отправляемся тогда в следующее здание. Братья Харпи. Надо с ними тоже разбираться. Но это не точно. Братья Харпи. Так, к сожалению, никого не убили. Ну да ладно. Так, встаем. Допустим, сюда. И атакуем. Нашел цель подальше от себя. Gotcha. Of course. Давай сюда. Ну я надеюсь, ты добьешь. Так, дальше. Ты, пулеметчица. Встаешь. Вот сюда. И у тебя идет наблюдение вот за этой стороной. У тебя, чувак, цель такая. А ты не видишь его отсюда, да? Это как странно. Работает это все. Никак не пойму, как его поставить так, чтобы было нормально. Ладно, okay. Давай сюда. Чтобы не слишком палевно было. Да. Ну тогда сюда. Наблюдение ставишь. Так, бабенцы, где? Грация. Встаешь вот сюда. И атакуешь. Да ладно, в упор. На. Understood. Давай сюда. Наблюдение. Ну и сейчас ты огребешь, как бы за такой промах. Такие промахи не прощаются на самом деле. Ой, умничка. Ой, умничка. Вот, учись, как стрелять. Давай, спасай нашу грацию, нашего советника. А то стрелять не научилась на дробью. Осваивает новый талант. Принять. А что, от меня что-то зависело? Так, дальше. Хорошо идем, целую локацию зачищаем. Может, надо еще подороже взять этот самый райончик. Так, здесь вообще кто есть? Этот. Раз, два, три, четыре. Давай вот сюда.
атакуй один разочек. На 32. Нормально. Так, дальше. Отец. Или дед. Встаешь. Да, вставай сюда. Персифай. Атакуй. 85%, мужик. Крит. И плюс карманный краб. Красавчик. Прям классно сработались. Так, дальше. У нас здесь двое. Встаешь сюда. 0%. И по-прежнему 0%. Наблюдение за этим. Ты. Ты встаешь. Сюда. 49,72. Прям никак ты не вылечишься. Вот так вот. Наблюдение ставим. Грация. Ой, грация. Мать для... Так. Тебе на самом деле отдыхать. Стой в полной защите. Ты вставай сюда. Конечно, вряд ли у тебя наблюдение дотянется. А, хотя нормально. Assholes. Давай, выходи. И... Ой, умничка. Жажда насилия. Получает черту жажда насилия. С помощью оружия. Оружия ближнего боя. Не понял. Достигла мастерства в обращении с оружием. Совершив ряд убийств. 10. С пулемета она как бы уже больше делала. С помощью оружия. Оружия ближнего боя. Получает черту жажда насилия. Это как так? Ух ты, обхитрил. All right. Давай. Уничтожай. That's right. We did it. Ограбили. Yeah. Блин, 50 бачей плюс зеленый нож. Ограбление вообще того не стоит. Как по мне. Но это мое. Так, продолжаем. Так, фракция просит вас об одолжении. Хочу одолжить обычный в количестве 5,7 бочек. Вы меня выручите? Конечно. Что, не сложно что ли? Так, стоп. Слушайте. У меня возникла идея, но поделюсь я с вами ей в следующей серии. Такой кликбейт на следующую серию, да? Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте лайк, комментарий, подписывайтесь. До встречи в следующей серии и всем пока.